Привет, друзья! Сегодня приготовим тосты с творожным сыром и запеченным перцем. Сначала обмываем перцы, обтираем их, заворачиваем в фольгу и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 1 час. Сейчас достаем перцы и хорошо остужаем их. Пока перцы остужаются, мы делаем тосты. Я поджарила 8 кусочков хлеба. Затем, после того, как перцы остудили, очищаем их от кожицы. Теперь нарезаем их тоненькими полосочками. Смешиваем творожный сыр, зубчиком чеснока, с мелко нарезанной петрушкой, перемешиваем. Солим, добавляем немного черного молотого перца, все хорошенько перемешиваем и намазываем на наши тосты. Сверху красиво выкладываем запеченный перец. Также делаем со всеми остальными тостами. Эти тосты станут украшением любого праздничного стола. Наши тосты готовы. Это очень красиво и очень вкусно.